Деятельность Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга регулируется постановлением губернатора Санкт-Петербурга номер 51 об Общественном совете по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Общественный совет создан в целях развития предпринимательской деятельности и реализации эффективной государственной политики в сфере развития и поддержки малого предпринимательства в Санкт-Петербурге. Среди задач совета – содействие исполнительным органам государственной власти в реализации государственной политики развития и поддержки малого предпринимательства в Санкт-Петербурге, информирование губернатора Санкт-Петербурга, правительства Санкт-Петербурга о наиболее актуальных проблемах развития малого предпринимательства, состоянии предпринимательского климата в городе, эффективности мер государственного регулирования предпринимательской деятельности, а также формирование положительного имиджа малого предпринимательства и повышение доверия населения к малому предпринимательству. Одним из основных структурных подразделений Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга является Президиум совета. В его состав входит 13 руководителей бизнес-ассоциаций, которые занимают особое место в инфраструктуре поддержки малого бизнеса Санкт-Петербурга. Это и Торгово-промышленная палата, и ее президент Котенев Владимир. Это и Ассоциация банков Северо-Запада, и ее президент Владимир Джикович. Это и Санкт-Петербургский союз предпринимателей, и ее президент Роман Пастухов, и другие руководители. На президиуме решается, какие вопросы будут вынесены на очередное заседание с участием губернатора. Именно на президиуме происходит прием новых членов и исключение тех членов, которые почему-то по каким-то причинам перестали активно работать в рамках деятельности совета. В совете я представляю Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату, и когда совет создавался, то есть его практически основание, торгово-промышленная палата являлась членом совета. Мы стояли у истоков создания совета вместе с целым рядом других общественных организаций. Главное то, что цели совета совпадают с целями и торгово-промышленной палаты, и целями других бизнес-ассоциаций. Это развитие экономики, развитие предпринимательства в Санкт-Петербурге, создание благоприятного предпринимательского климата. Я думаю, что лучшим показателем работы совета является состояние экономики Санкт-Петербурга в части малого предпринимательства. Сегодня у нас более 200 тысяч субъектов малого предпринимательства, 80 тысяч индивидуальных предпринимателей. По показателям мы лидируем в российских регионах. Доля валового регионального продукта сегодня уже это четверть ВРП, которая производится субъектами малого предпринимательства, она неуклонно растет. У нас одна из самых низких безработиц в Санкт-Петербурге на уровне 1%. У нас уже средняя заработная плата, доходы населения, они уже, в общем, приближаются, ну, к таким хорошим показателям. Конечно, хотелось бы еще лучше, но и те показатели. Сегодня средняя зарплата в Санкт-Петербурге 25 тысяч рублей. И вот эти все косвенные показатели, в них есть и, естественно, роль совета по малому предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга. Но и самое главное, вот те вопросы, острые вопросы, которые возникают в жизни нашего бизнеса, они очень оперативно решаются на уровне и самого бизнес-сообщества, и администрации города, и районной администрации, и профильные комитеты. Они очень адекватно рассматривают возникающие проблемы, очень оперативно их решают. Поэтому это такая хорошая переговорная площадка. Вообще, конечно, главная задача – это не помогать отдельно взятой организации. Да? Главная задача – создать общие хорошие условия для бизнеса. Но вот очень много проблем было с энергетикой, с инженерным обеспечением бизнеса. И вот эти вопросы тяжело, но они решаются. Сегодня упрощенная схема подключения к электросетям. И, в общем, по тарифам вопрос согласован. Поэтому вот пример, наверное, по энергетике, он, конечно, к сожалению, не дошел до каждого предприятия, но общая база создана позитивно. Я представляю в Общественном совете некоммерческое объединение «Нефтяной клуб». Это объединение тех компаний, которые занимаются розничной реализацией нефтепродуктов. То есть это компании, у которых автозаправочные станции. То есть мы продаем бензин. Я, можно сказать, стоял у истоков создания этого общественного совета. В 2002 году, к этому времени уже у нас накопился достаточно большой опыт общественной деятельности, вот возникла такая идея создать общественный совет при губернаторе.
До этого был общественный совет, но он работал при правительстве Санкт-Петербурга. По опыту было понятно уже к тому времени, это был 2002 год, что нужен совет именно при губернаторе. И, скажу так, мы воспользовались тогда политической ситуацией, когда были выборы губернатора, и я тогда предложил нашим коллегам, которые тогда были общественники, скажем так, давайте, говорю, поддержим единого кандидата от малого бизнеса. Тогда мы собрали где-то, наверное, 1200 предпринимателей, вот, и Валентина Ивановна как кандидат в губернаторы выступала перед нами со своей программой по развитию предпринимательства. Вот. Я вошел в состав первой команды этого общественного совета, вот, был избран на должность заместителя председателя общественного совета и вот достаточно долгое время работал в общественном совете в должность заместителя. А сейчас прошло определенное время, которое дало развитие первому составу, и, как я говорю, должна быть всегда ротация. Сейчас пришла новая команда, которая на фундаменте старого сделала еще больше для того, чтобы развивался бизнес и развивались предприниматели в нашем городе. А вопросы, которые нас интересовали в этом году, это санитарные нормы и санитарные разрывы между зданиями автозаправочных станций и близлежащих зданий. И мы на базе общественного совета проводили собрание, встречу с Роспотребнадзором, где вот эти требования наши мы аргументированно доложили, и к нам прислушались, и сейчас изменение в это законодательство рассматривается уже в Москве для того, чтобы, как говорится, здравый смысл торжествовал. Я являюсь директором Санкт-Петербургского фонда развития малого и среднего бизнеса. Это организация, которая была создана 15 лет назад по инициативе Европейского союза и администрации Санкт-Петербурга. И основная задача была стать таким инфраструктурной организацией, которая бы содействовала развитию малого предпринимательства в Санкт-Петербурге. Ну и один из основных векторов нашей деятельности – это установление развития связи малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга в основном со странами Европейского Союза. Наиболее интересным периодом деятельности и общественного совета, и моего участия в его работе стал момент, когда совет приобрел статус общественного совета при губернаторе Санкт-Петербурга по развитию малого предпринимательства. На мой взгляд, это был очень важный, нужный и своевременный шаг. Фактически изменился статус совета и приобрели больше весомость решения, которые принимаются этим советом. Мы оказались в той организации, которая имеет информацию из первых рук о том, как строится система поддержки малого предпринимательства в Европейском Союзе. И, конечно же, хотелось, чтобы вот эта информация, знание о том, как наилучшим образом строить на современной основе поддержку предпринимательства, развитие предпринимательства. Евроинфокорреспондентский центр, на наш взгляд, очень такой важный момент для установления контакта с малым и средним бизнесом Европейского Союза, причем на самой современной базе с использованием возможностей интернета и прочих вещей, которые предоставляют информационно-коммуникационные технологии. Ну и второй момент, о котором тоже хотелось особенно сказать, это возможности, которые предоставляет Европейский инструмент соседства и партнерства. Европейский Союз 4 года назад вот такую инициативу предпринял, которая заключается в том, чтобы совместно с Россией реализовывать программы приграничного сотрудничества. И вот уже есть достаточно интересные результаты по установлению контактов и развитию контактов между малыми и средними предприятиями Юго-Восточной Финляндии, Санкт-Петербурга, Эстонии, Латвии, Санкт-Петербурга. Я думаю, что это вот два инструмента, которые мы в ближайшие годы и в рамках
общественного совета будем активно развивать и поддерживать. Еще раз, Евроинфокорреспондентский центр в Санкт-Петербурге и участие малых и средних предприятий Санкт-Петербурга, администрации Санкт-Петербурга в программах Европейского инструмента соседства и партнерства. Комитеты городского правительства начинают с уважением относиться к мнению общественного совета, потому что после того, как несколько раз были прецеденты, когда принимались какие-то законы городские, и оказывалось, что они ухудшали условия деятельности малых и средних предприятий, когда потом совет по малому предпринимательству выступал против каких-то положений этих законов и приходилось их потом корректировать. В общем, практически все комитеты поняли, что наиболее правильным шагом является предварительное согласование с малым предпринимателем Санкт-Петербурга тех законов, тех положений, которые они хотят вывести в ранг закона. Мы неоднократно говорили о том, что поддержка со стороны районных администраций, со стороны комитета малого предпринимательства – это один из важнейших критериев оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти. Нужно дать должное общественному совету и на уровне города и района, что мы обсуждаем конкретные проблемы, ищем конкретные пути их решения, хотя есть и в целом стратегические вопросы, глобальные вопросы. В целом атмосфера вокруг совета изменилась. Ну, на мой взгляд, такой очень важный показатель, когда ежеквартально проходит совет, и на этом совете, кроме того, что почти все правительство сидит, сидят все руководители районов, и многие решения губернатор принимает вот буквально на месте. Решение губернатора озвучено, оно попало в протокол, соответствующие идет контроль, и в том числе контроль со стороны общественного совета, и то, что на каждом совете докладывается о том, что было решено и что произошло после этого, на самом деле это двигает дело вперед. Не могу сказать, что все это происходит не без проблем, но, в принципе, движение, на мой взгляд, достаточно важное. В организации я представляю одну из крупнейших некоммерческих организаций общественных в сфере общественного питания, ассоциацию «Петербургское бистро», которая включает в себя десятки предприятий торговли, общественного питания и в разных отраслях связаны, то есть торговли, строительство, медицинские услуги. Членом общественного совета я являюсь с момента его основания 2004 года. Я как руководитель ассоциации и член регионального политсовета был на приеме Бориса Вячеславовича Грызлова, в котором он нашел полную поддержку в законе о выкупе. Мы встречались, я с цифрами доказывал об этом, и, в общем-то, нашел полное понимание. Главное, что ты знаешь, что ты не один, ты знаешь, что за тобой, с твоей спиной коллектив единомышленников, что очень важно, потому что одному очень трудно решать задачи. Тем более я, в связи с тем, что у меня 38 лет трудового стажа, я прекрасно понимаю, что решать всем миром. И если возникают какие-то вопросы, то есть мы формулируем их, отсеиваем ненужное и решаем совместно. Я вообще люблю живую работу, и общественный совет мне это дает. И то, что я являюсь членом президиума общественного совета, дает мне дополнительную уверенность в своих поступках, потому что когда я прихожу на президиум и связываюсь с своими коллегами по президиуму, я получаю советы, не всегда даже они не нравятся, но я всегда получаю откровенный ответ. Это очень дорогого стоит. В завершении нашей программы я еще раз хочу напомнить вам, что мы работаем для вас, для представителей малого и среднего бизнеса. Мы располагаемся на улице Маяковского, дом 46. Наши телефоны указаны в титрах программы. Приходите. По вторникам веду прием я, по вторникам и четвергам юрист-эксперт общественного совета.